походе главное взять самые нужные вещи. Это ножик, пассатижи, пакеты, шестигранники, изолента. Что еще? Второй рулон изоленты понадобится. Так, что главное еще? Так, взять второй гидробокс для камеры. Взять акс, мало ли кто. Взять фонарик. Взять зарядку. Взять пауэрбанк. Взять зарядку. Взять еще одну зарядку. Взять кучу зарядок. Взять лампочки. Взять, короче, носпрей. Взять назал. Взять еще один фонарик. Взять патрон для зарядки. Взять латки. Взять тестер. Взять еще одно блок питания. Взять аккумуляторов побольше. Вот. Так, что тут у нас дальше? Вот. Взять ключи. Взять удостоверение на группу, на электробезопасность. Взять шнур. Взять иголку с нитками. Взять таблетки. Взять пластырь. Взять USB-порт. Взять орехокол, взять флешек куча, взять зарядку, взять 20 рублей, взять картридер, взять цитропак, вот, взять феромоны, которых уже нет, взять жетон на метро, взять еще один жетон на метро, взять нитки, взять, короче, переходник картридера, взять флешку микро, взять... еще одну резинку. Вот. Все. А, взять помаду. И парочку карабинчиков можно взять. Вот это самые необходимые вещи в походе.